На апаратной нараде у старшини Гомельского облвыконкама Геннадия Салауя поставлена задача реализации комплекса додатковых мер по повышению безопасности дорожного руху. Не в апошнюю чергу это выкликано сёлетним ростом основных показчиков аварийности. Наши корреспонденты потекавились планами. Даденные Державтоинспекции сведчат, колькость транспортных сродков на Гомельщине постоянно повеличивается. Зараз это больше, как 570 тысяч авто, причем только за опошний год рост склав амаль 10 тысяч одинок. Основная частка транспорту сконцентрована у областным центре. Створенная 10 годи тому, транспортная инфраструктура до таких потоков оказалась готовой не усюды. У якости прикладу частка улицы Ильича у Новобелицы. Объехать тут автобус на припинку складана, приходится чекать у великих чергах. У Гомельским горвыконкаме пропонуют створить так званые кишени. Но для выполнения этих мероприятий необходима разработка проектной документации, вынос сетей, устройство асфальтирования, устройство кармана и значительное финансирование. Вопрос этот сейчас рассматривается для включения в программу строительства дорожной сети на 2020 год. Сярод проблемных участков территории каленавучальных установ. На проездной частце улицы Гагарина столько авто, что подъехать до 21-й школы достатково проблематично. Еще большую тревогу выкликает той факт, что у таких умовах навученцы не завсюды бачать автомобили, которые рухаются, а водители часто зауважают детей у опошний момент. Еще горш ситуация на соседней Столярной улице. Желательно, чтобы здесь как бы было более свободное пространство, чтобы хотя бы дети видели, куда выскакивают на дорогу, ну и водители видели, что ребенок здесь ходит. Потому что знаков, что тут школа и всего, никаких лежачих полицейских нет. Еще одна гомельская проблема – регулирование дорожного руху с допомогой светлофоров. Со 198 пристосований, которые установлены в городе, на центральном пункте бачать только 85. Из всех областных центров такая ситуация, до речи, характерная только для Гомеля. А пошний раз модернизация керующего пункта проводилась больше, как 15 годов тому. С того часу транспортная ситуация изменилась вельми значно. Все разумеют, на реализацию планов потребятся немаленькие сроки. Але коли больше, как полова светлофоров працуя практично у автономном режиме, это не лепшим чином отбивается на дорожные безопасности. Приобретение нового оборудования позволит нам контролировать город Гомель 100%. И такие города областного значения, как Мозырь, Жлобин и Речица. Олег Сентюров, Сергей Нигеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».